Добрый день, меня зовут Аристов Роберт, я являюсь экспертом во внешнеэкономической деятельности. Более 10 лет провожу импортные и экспортные сделки в разных компаниях. В данный момент являюсь главой департамента по внешнеэкономической деятельности одной из российских крупных компаний. На форуме «Лидеры логистики» буквально не так давно узкому кругу специалистов представил идею книги по внешнеэкономической деятельности. Эта книга прежде всего о том, как разрушаются мифы и как строить свой бизнес, направленный на внешнеэкономических партнеров, на внешнеэкономическую деятельность, без оглядки на контролирующие органы, без оглядки на госструктуры, на банки. Как строить внешнеэкономический бизнес надежным, не бояться этого делать, как зарабатывать прибыль. Книга называется «Брать это легко», сам название говорит для себя. И прежде всего я считаю, что каждый предприниматель должен прочитать эту книгу, потому как в российских реалиях внешнеэкономическая деятельность – это одна из основных стабилизационных составляющих бизнеса. В данный момент ряд статей уже опубликован на сайтах ProVet, на сайте компании EasyVet. Рукопись в данный момент в редакционной работе находится. Думаю публиковать ее в августе-сентябре этого года. Книга, конечно, будет доступна на бумажном носителе стандартном, в электронном виде. Думаю о переводе в аудиоформат и, возможно, переводе на другие языки.